итоге это музей Москвы, потому что мы не попали. Не попали на Воробьёву гору, закрыли фан-зону, было много людей. Музей Москвы, вот, организовали. Вот такой здесь движ, вот он экран. Так вот здесь организовали. Вот, а это внутри самого музея, здесь тоже организовали площадку для просмотра. Это вон он. Россия повела! Я вообще скажу, конечно, придумали круто. Вон дети вон, могут играть в футбол, там большой экран. Вон сидят на пуфиках, смотрят футбол. Красавцы, красавцы, умеют. Научились или умели, не знаю, организовывать праздники. Сейчас перерыв. 1-1, к сожалению, после гала красавца сборной России. Очень обидно. Только что хорваты забили, никто даже не понял, что произошло. Посмотрите, люди даже не поняли, что случилось. Просто не поняли, что случилось. Последние шансы, несколько минут. Угловой. Прям угол с угла штрафной бьет Загоев. Что, ребят, просто невероятно что-то произошло. На последних практически минутах сборная России сравнивает счет дополнительное время 2-2. Просто что-то нереальное. И сейчас мы готовимся смотреть пенальти. Вместе со всей этой толпой. В музее Москвы. Нужно чудо от Игоря Акинфеева. Вот эти все люди ждут чудо от Игоря Акинфеева. Люди, конечно, расстроены, разочарованы. Игорь Акинфеев сделал все, что смог. Но наши нападающие, ну что нападающие, пробивающие, ну честно, обосрались. Бывают промахи, но таких два промаха, это просто в такой игре, такого уровня просто непозволительно.
люди, конечно, все очень расстроены.